Сегодня приготовим вкусную рисовую кашу с мясом. Для этого нам потребуется 400 граммов мяса, 0,5 кило риса, 1 крупная картошка 200 граммов, небольшой кусочек болгарского перца у меня был, я тоже его покрошила, немного зиры, 2 средних морковки, 400 граммов получилось, 2 средних луковички, тоже 400 граммов получилось. А здесь я томатную пасту смешала с сухой паприкой и залила водой. В первую очередь кладу в рис ложку соли и залью кипятком. Рис постоит, пока будем все жарить. А вы пока подпишитесь на канал. В казан налила 200 мл масла. Масло уже горячее. Начинаем жарить мясо. Мясо жарю до тех пор, пока не появится запах шашлыка. Теперь можно положить мясо. Лук я покрошила небольшими кубиками. Лук стал золотистого цвета. Добавляем морковку. Картошку. Болгарский перчик. Теперь все заливаем томатом с паприкой, посыпаем зирой. Заливаем все холодной водой. Воды наливаем столько, чтобы все осталось под водой. Очень много воды наливать не стоит. Когда в кашу будем добавлять рис, тогда добавим еще воду. Закипело, теперь можно посолить. Добавляем немного температуры и на среднем огне будем варить минут 15. Мешать не надо. Прошло 15 минут, можно добавить помытый рис. Теперь доливаем кипятка. Закрыв крышку, дам блюду закипеть. Теперь будем доваривать с открытой крышкой, периодически помешивая. Еще слегка твердоват. С тех пор, как рис попал в казан, он варился 10 минут. Плиту я выключаю. Вот так должно выглядеть это блюдо. Вода полностью не должна испарить. Не надо его закрывать крышкой, как плов, давать потомиться, а сразу надо накладывать и садиться кушать. И приятного аппетита! Будьте здоровы, живите богато! Не забывайте ставить лайк, подписывайтесь на канал. У нас здесь будет много интересного. Переходите по ссылкам, смотрите новые видеорецепты.